Создавалась общественная палата в период подготовки Сочи к Олимпиаде. Тогда задача у членов палаты города была одна – подготовка к играм 2014. Сегодня представители отрасли образования, здравоохранения, строительной сферы, торгово-промышленной палаты, депутаты городского собрания и лидеры различных общественных движений занимаются всеми социально-экономическими вопросами, которые волнуют горожан. Это экология, пенсионное обеспечение, ЖКХ, рост цен. Члены общественной палаты все это время выступают связующим звеном между властью и населением. А если уж на нашем муниципальном, региональном уровне не находится решение, то тогда через федеральные структуры, через общественный совет, естественно, подготовка, проведение, контроль. То, что необходимо и чем мы, как правило, страдаем. И решение вступает в силу. Но работы очень много. И работа – это прежде всего взаимодействие законодательной и исполнительной власти, а еще больше общественных движений и организаций, которые наконец-то объединились в разные структуры. Такая работа в тандеме позволяет решать проблемы на корню, отмечают члены общественной палаты. Порой даже своевременный компетентный совет снимает в городе социальную напряженность. Общественники всегда готовы проконсультировать горожан. Для этого на курорте создается школа гражданской активности. Большое внимание палата уделяет и патриотическому воспитанию молодежи. В рамках этой программы в Сочи в октябре пройдет форум-фестиваль духовно-нравственной культуры «Покров». Благодаря работе общественной палаты, отмечают сами члены, в городе решается и масса социальных вопросов. К примеру, дорогостоящего лечения сочинских детей-инвалидов. Много мы черпаем именно от общения со своими коллегами в разных направлениях. И в частности, вот то, что касается нашего блока. Самое главное, что мы сейчас, конечно, то, что мы входим, и я лично вхожу в общественную палату, здесь находясь, и мы можем разрабатывать новые программы, которые необходимы для именно деток нашего города, чтобы, как говорится, им жилось лучше и чтобы родителям было легче. Ко всему прочему, в общественной палате работает 6 комиссий, и вся эта организация готова и дальше выстраивать конструктивные рабочие отношения между обществом, бизнесом и властью. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.